И снова здравствуйте. Хотел показать вам интересный девайсик. Жена мне подарила, чтобы я с собой в велосипеде таскал, потому что мне доктор запретил большие нагрузки на руки после операции, и насосом ручным тяжело качать. И вот она купила мне такой девайсик компании Xiaomi китайской, на литий-батарейке, которую я вожу с велосипеде в сумочке. Очень удобно. То есть, сейчас посмотрел, вот он сразу показывает, естественно, сколько там у нас бар или PCI. На самом деле, он можно качать, как я посмотрел в инструкции, до 12 бар. Совершенно свободно, то есть реально. Кстати, в нем еще есть подсветка, то есть светодиодный фонарик. Заряжается он от USB. Совершенно нормально и быстро хватает мне его. Вот сейчас я его поставил заряжаться после того, как накачал. Он полтора месяца. Я сначала прилетел, когда в Болгарию, я накачал себе резину. Вот он совершенно нормально работает. Вот переднее накачал колесо, заднее накачаю колесо. Да, в нем можно установить предел, для которого ты качаешь, и он совершенно спокойно накачает до этого уровня. В общем, удобный девайс, всем рекомендую. Супер, молодцы китайцы, делают хорошие и удобные вещи, которыми ты пользуешься в повседневной жизни. А для спорта это вообще важно. Спасибо!